Сегодня премьер-министр страны Дмитрий Медведев провел видеоконференцию с регионами по подготовке к учебному году. В этом году в России за парты сядут более 15 миллионов школьников, отметил председатель правительства страны. На сегодняшний день большинство школ к началу учебного года готовы. В Чувашии на безопасность, соответствие санитарно-гигиеническим нормам и удовлетворительное состояние материально-технической базы проверено 911 образовательных учреждений. Все они приняты. В этом году почти 383 миллиона рублей выделили на капитальный ремонт 68 школ и детских садов. Один из них – Чебоксарский детский сад номер 185. В прошлом году прошел первый этап у нас ремонта, это укрепление фундамента. А в этом году уже второй этап завершился вот таким капитальным ремонтом. Здесь заменили окна на пластиковые, обновили фасад и коммуникации. Внутри здания санузлы отремонтированы, плитка, канализационные эти трубы в подвалах. Водопровод, холодная горячая вода, двери заменены, территория сада, асфальтное покрытие, все отремонтировано полностью, 100%. На время ремонта детей распределили по соседним садикам. В отремонтированные группы они смогут вернуться 1 сентября. Ученики гимназии номер 46 и начальной школы номер 2 скоро оценят обновленные бассейны. В общей сложности на подготовку к учебному году в образовательных учреждениях всех уровней в республике потратили 845,5 миллионов рублей. Кроме того, к началу учебного года в нашей республике откроются две новые школы. Это Чувашский кадетский корпус имени Героя Советского Союза Кочетова. Там смогут учиться 400 человек. И школа в Цивильске на 1000 мест.